Здравствуйте, меня зовут Ольга, я автор бренда «Куропатка». Шью и вяжу со школьного возраста и с радостью расскажу вам о своем опыте и поделюсь своим мастерством. Сегодня на курсе я расскажу, как шить такую замечательную гирлянду. При выборе материала для своей работы я ориентируюсь на состав ткани в первую очередь, потому что для малышей очень важна мягкость при соприкосновении, как мамино объятие и забота. Для покрывал я использую премиум хлопок, для пледов и одежды выбираю полушерстяную пряжу или меринос. Больше всего мне нравится работать с принтами в мелкий цветочек и горошек. Наша гирлянда будет состоять из 10 флажков. Размер флажков 12 на 17 сантиметров, общая длина гирлянды 220 сантиметров. А концы гирлянды будут завершать удобные петельки для закрепления на стене.